праздничном мероприятии приняли участие начальник УМВД России по Смоленской области, генерал-майор полиции Василий Салютин, губернатор Смоленщины Алексей Островский, а также представители комитетов, духовенства и сотрудники ОВД. Чтобы служить в органах внутренних дел, непременно нужно иметь мужество, выдержку, принципиальность, чувство долга и огромную ответственность за жизнь других людей, чтобы все граждане чувствовали себя в максимальной безопасности, могли спокойно жить и работать. Начальник ОМВД выразил большую признательность коллективам управления ФСБ, областной прокуратуры, управления Росгвардии и другим федеральным службам Смоленской области за эффективное и плодотворное сотрудничество. Слова поздравлений и пожеланий прозвучали также и от губернатора области Алексея Островского. Социологические опросы, проводимые периодически по моему поручению, показывают, что смоляне год от года по-иному относятся к людям в погонах. По-иному, в лучшую сторону. Меня, как губернатора, это очень радует. Всех с праздником. Наиболее отличившиеся сотрудники органов внутренних дел были награждены медалями МВД России, почетными грамотами и благодарственными письмами. Завершилось мероприятие праздничным концертом. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.